Пиздец, блядь, опять какой-нибудь ютубер нахуй. Здрасте. Привет. Ну, наконец-то нашлись нормальные дамы. Чем заняты, девчонки? Вижу, не книги читаете. Друзья, всем привет! Спасибо, что смотрите меня, ставите лайки, пишите комментарии. Там совсем немного не хватает, до 30 тысяч, так что подписывайтесь. Также хочу порекомендовать вам канал своего товарища, который делает смешные, а главное, добрые пранки. Надеюсь, нет, давай без этого. Если что, я была хорошей. Давайте я попрошу встать и уйти отсюда. Это вообще, конечно, жесть. Переходите, смотрите. Кому понравится, обязательно подпишитесь. Напишите в комментариях под его видео, что вы пришли от меня. О, привет. Привет. Как дела? Да ничего, пойдет, твои как. Тоже хорошо. Долго на гитаре играешь? Давай сыграю сам, может, поймешь. Ну, можешь. Фингерчпокинг, да? Да, это фингерчпокинг. Нормально так, нормально. Супер! Браво! Браво! Ой! Опа! А что вам сыграть, девочки? А что умеешь, девочки? Я все умею. Ну давай, на твой вкус. Ну шикарен, шикарен. Спасибо. Молодец. Откуда? И куда? Город Волгоград. Вы сами откуда будете? Рядышко. Самара. Рядышко. Самара. Рядышко. Действительно рядышко. Мне, чтобы доехать до вас, нужно просто сесть в автомобиль, а вам достаточно просто упасть в Волгу. Понятно. О, какой вообще. И утопиться. Волг замерзешь. Замерзжи. На льдинке доплывете. Что? Нам, кстати, недалеко здесь. До льдинки? До Волги. Говорю, извините, я маску не надела. Не нужно одевать маску. Как ваши дела? Хорошо. А ваши как? Замечательно. Ты откуда? Из Ростова. Ростов? Ростов, папа. Так, я смотрю, вы хороший, значит, вам можно на гитаре что-нибудь сыграть. О, давайте. Тебя как зовут? Оля. Тогда это для тебя, Оля.
Ой, ну это круто. Очень круто. Случайно. Да не, брат, что такие дела говоришь? Тоже, бля, аккуратней. А, ты бог. Зачем так приезжать? Я бог. Не, приезжай, не приезжай. Просто я говорю, ты что переглядишь. Тебя зовут? Кого? Тебе. Меня? Оля. Тогда это для тебя Оля. Ну, вообще. Так, Ольга, ну, раз уж вы такая вся улыбающаяся, видно, что у вас такие глаза горящие, значит, вам можно подписаться на вот на этот YouTube-канал, угу. Пройти по этой ссылочке и подписаться, и смотреть все ролики, прожимать лайки, писать комментарии. Хорошо? Хорошо. Пиздец, блядь, опять какой-нибудь ютубер нахуй. Опять какой-то моряк, эти моряки всюду, куда не посмотришь, моряки, на море смотришь, моряки, вы чё, чел, 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 моряк, блядь, какой нахуй моряк, мне 13 лет, нахуй, какой моряк, нахуй? Какой-то, посмотри, какой-то здоровый, царь, с пультом в руках, ты чё вообще, чё? Ты чё? Моряк, ты моряк. Как твои дела? Хорошо твои. Что за дотик? Хочешь всех обсирать? О, да, Додик, Додик, да. Ну у меня токсичная подруга просто, извините. Как зовут? Илья. Сколько лет? 26, а тебе? 16. Ай-яй! Ой, а вы что, на гитаре играете? Не-не, просто так держу. Я тоже просто так держу. Какую музыку слушаете? Разную. Neighborhood. А? Ну, типа панк-рок, например. Да. Панкуха какая? Нирвана. Нирвана? Smells Like Teen Spirit. Давай Нирвану. Smells Like Teen Spirit.